Советской Украины Киев из Астрахани прибыли первый секретарь Центрального комитета партии, председатель Совета министров СССР Хрущев и вместе с ним находящийся на отдыхе в Советском Союзе первый секретарь Центрального комитета Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадер, первый секретарь Центрального комитета Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрих. Почетных гостей на киевском аэродроме тепло приветствовали руководители Компартии и правительства Украины. Киевляне оказали дорогим гостям радушную встречу. После кратковременного пребывания в Киеве товарищи Хрущев, Ульбрих и Кадер отбыли на отдых в Крым.